Твою мать! Все, какой класс? Вот, посмотри. Ага. Я вижу, что этот класс неоднократно встречался с деревом. Было дело. Все тяжко? Не, огонь, огонь. Физически маленько не готов, но по технике нормально. А вот как бы всем остальным, походу, не огонь. Третий далеко? Ты третий. Я третий? Да. Сейчас... У нас первый не зачета ехал. Почему? Ну, не, передо мной ехал парень, 15 номер. Где он? Вот. Рядом. Да. Все отлично. Барнаул, да? Барнаул. А ты откуда? Иркутск. Усолье-Сибирска. Если вы точнее. Это только барачане так делают. Ты с Иркутска? С Братска. Осталось, блядь. Километров, наверное, 10. Что-то веселое будет еще? Конкурсы. Такого нет. А что надо? Можно, почему нет? Давайте. Не грусти. Тогда вообще не мое первое соревнование у вас, сюда приехал. Теперь уже будет красавчик, ну. Потеряли вас, голдов? Голдов вообще что-то... Нету, да, никого? Ну, мало. Да? 7 было, может. Но первые проехали часа полтора назад. Серьезно? Ну, может, час. И... Не, полтора, даже два, может быть. Что там, где была жопа? Слушай, да везде. Подумал. Много где. Легче сказать, где не было. Везде клево. Идея интересно. Ну, да, ты не уставшим выглядишь, кстати. Да, это, не знаю, обманчиво. Я просто в щи. Просто в щи. Последняя петля уехала. Голда. На горке, да. Он распускаться должен. А, он буданул, да? Кто-нибудь сказать что-нибудь хочет? Спасибо. Че, организаторам спасибо за трек. Фото. Все, что говорить-то. Похлопаем. Чтобы больше на камере не ездила, ездил на тюблесе, на мусе. Попробуешь. Так, сейчас еще. Уровень соревнований прилично вырос с прошлого года. В прошлом году тоже не сказка была, но нынче очень хорошо пришлось работать. Прям круто, очень шикарно. Спасибо большое. Вот когда ты за 4,5-5 часов будешь ехать... Ну, в следующем году вообще жопа чувствую. Сахатик еще потом на ту сторону переправились, на